Передвижная выставка «Беларусь в Первой мировой войне», подготовленная Национальным историческим музеем Республики Беларусь, функционирует уже год. Побывав в районных центрах и областях нашей страны, она прибыла на Брестскую землю. Ее открытие не случайно было запланировано на 26 августа. Ровно 100 лет назад, в этот день, Брест-Литовск был захвачен австро-венгерскими войсками. Не имевшая равных во всей предшествующей истории и по масштабам, потерям и социально-политическим последствиям, Первая мировая война до сих пор остается волнующей темой. Юбилейная дата любой войны, тем более столетний юбилей, ну, скажем так, это событие, не побоюсь этого слова, положительное. Хотя бы потому, что прошло 100 лет, как закончились выстрелы, кровь, слезы и так далее. Это первое. Второе. Столетний юбилей любой войны вызывает патриотические чувства людей, исследователей, ученых, историков. Вот, поэтому столетний юбилей Первой мировой войны, он вызвал очень широкий отклик в Беларуси. Тем более, что война эта, вы знаете, она практически до недавнего времени проходила под грифом «Войны неизвестной». Экспозиция, посвященная Первой мировой войне, насчитывает порядка 100 подлинных предметов того времени. Здесь и элементы военного обмундирования солдат русской армии, офицерские фуражки, пряжки, значки, погоны, пулеметная сумка, а также личные вещи, фотоснимки, курительные принадлежности, нательные медальоны и крестики. Один из стендов посвящен медицинским принадлежностям, использовавшимся при лечении раненых бойцов. Широко представлены фотографии, сделанные в годы войны. Несмотря на то, что выставка небольшая, она достаточно полно показывает все этапы войны, от мобилизации в русскую императорскую армию до подписания Брестского мирного договора, который оформил выход России из войны. Уникальность выставки в том, что представлены подлинные предметы того времени. И даже те люди, которые, может быть, ну, профессионально этим занимались, этой проблемой, все равно на этой выставке могут увидеть что-то для себя, ну, интересное и новое. За период Первой мировой войны Беларусь понесла большие людские и материальные потери. И несмотря на то, что с тех страшных времен прошло порядка 100 лет, минувшие события не оставляют равнодушными современников, затрагивают сердце и заставляют задуматься о будущем. Мы у себя в 6-м зале, где показана Брестщина в годы Первой мировой войны, уже тогда подняли и новые темы. Мы изыскивали материалы, музейные предметы, которые стали экспонатами. Некоторые очень редкие. Мы даже закупили кое-что через международные интернет-аукционы. София Бережная, Евгений Проснер, Антон Луговкин, телекомпания «Бук-ТВ».